Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Хочу привести аят священного Корана из суры Али-Имран, где Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ин тасбиру ва таттаку ля ядуррукум кайдухум шайа». Если вы будете терпеливы и богобоязненны, их козни вам не навредят. Я призываю всех молодых людей, всех братьев и сестер к укреплению своей богобоязненности, своей терпеливости и призвать самому легкому, доступному способу поддержки наших братьев – это дуа, обращение ко Всевышнему Аллаху с искренним сердцем за своих братьев. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Пусть чья-либо несправедливость вас не толкает на бесчинство и несправедливость, говорит Всевышний Аллах. Это ближе к богобоязненности. Подобные поведения, бесчинства, беспорядки делают нас только слабее, дорогие братья. Но, однако, за ваши искренние намерения и за то, что вы подняли, поддержали дух многострадального народа сектора Газа, пусть Всевышний Аллах примет ваши искренние намерения и воздаст вам по вашим намерениям и простит вам за содеянное. Я также хотел бы обратиться к властям нашей республики. Обращаюсь к Сергею Алимовичу Меликову с просьбой о смягчении меры отношений каждого участника вчерашних событий. Я уверен, что каждый из них извлек достаточный урок на всю жизнь для себя, и что каждый из них раскаялся в содеянном и готов сполна возместить причиненный материальный ущерб и не только. И прошу Всевышнего Аллаха сдержанности, богобоязненности и единства нашей молодежи. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.